Це ж неподобство. Так, ну що, я думаю, ми... Все, підожди. А ми заходили в цей? Ти мене розкусив. Так, ну до нас якісь питання є? Є. Є? Блін. Які? Ну, якщо ніяких, то... Що проблема? Ну, от нам прийшов охоронець і розповідає, що ми не можемо знімати в магазинах, тому що там є наліпка. Документація. Тому що у нас просто відео. Є. Є. Що ви робите? Що? Подождіть. Знімайте. Що ви робите? Подождіть. Я теж знімала ваше магазини. Що це було робити? Добрий день, уважаємо. Здравствуйте. Добре. Що случилось? Чому? Що ви тут знімаєте? Ваші люди розпускають руки. Так, а то ще люди розпускають руки. На мене щойно ця людина напала. Дай його, уберіть. Він намагався зламати фотоапарат, да. Дуже дорогий. Да. Скажите, пожалуйста, почему вы сейчас ребятам предъявляете какие-то претензии, что они снимали в магазине? Кем? Кем? Или кем? Но мы не читаем на дверях, на заборах, мы читаем закон. Я на заборах смотрела, я зашла, я тоже снимала, я выбирала подарки. Вот точно так же снимали ребята. Я на дверях и на заборах не читаю, я читаю законы. В законе написано, что я имею право в общественном месте снимать. Мне нужно выбрать товар, показать его кому-то, цену или еще что-то запомнить. Я могу снять. Кем? Кто мне может это запретить? Вот скажите. Кто это может запретить? Да, ну я это иду, это не толкается. У нас компания запрещена. Ну, компания не может мне командовать. Она может вам, вашим сотрудникам, давать какие-то указы распоряжения. А мне ж не может. Вас попросили удалить фотографию. Я не удалю, даже если у меня будет миллион. Ну, мне никто это не запретит сделать. Хорошо, не удаляйте. В чем проблема? Все, проблем нет. Все, пожалуйста, мы идем. Все, все выходим.